Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Владельцы кинотеатра «Дружба» добились отмены арендной платы. Решение об этом будет приниматься на следующей неделе на заседании городской думы. В конце ноября в Думу поступило письмо от некоммерческого партнерства «Смена» с просьбой о безвозмездном пользовании помещением на Щерса 39. Там заявляют, что потеряли 3/4 выручки из-за коронавируса. Хотя публике с осени и разрешили снова ходить в кинотеатры, посещаемость «Дружбы» не восстановилась. Депутаты Гордумы решили дать компании «Смена» возможность не платить аренду, но хотели бы взамен видеть бесплатным предоставление услуг социально незащищенным категориям граждан. Удалось ли об этом договориться, неизвестно. Программа «Экономика». Кировские сити-фермы заинтересовали бизнес в ОАЭ. Это оборудование по выращиванию микрозелени, которое предпринимателям из Эмиратов представила кировская компания «Сеем семена» во время онлайн-встречи с торговыми представителями страны. По словам предпринимателей, возможность выращивать зелень без земли может пригодиться в одном из самых засушливых мест мира. Сейчас кировчане поставляют сити-фермы в 15 стран, такие как Сингапур, Катар, также СНГ и страны Европы. Их покупают как общепит, так и школы, вузы и граждане для использования в своих квартирах. Экономика на 101 FM. В Кирове наградили победителей конкурса «Торговая марка года 2020». За 3 месяца отбора конкурсная комиссия посетила несколько десятков компаний и организаций. В этом году особое внимание при оценке уделяли безопасности и соблюдению предписаний Роспотребнадзора. В итоге были названы лучшие кировские производители в разных номинациях, культурно-развлекательные центры, турагентства, юридические компании, заведения общепита, риэлторские агентства и другие организации. Список победителей можно найти на сайте ВТПП. Как отметил президент палаты Андрей Усенко, цель конкурса – не показать, кто лучше или хуже, а стимулировать предприятия держать марку. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 74,25, курс евро – 89 рублей 97 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.